Низкий всем поклон. Огромные, дорогие артисты, дорогие дети, которые участвовали в проекте, родители, ваше терпение, вашему участию неоценимый вклад в этом проекте. Конечно, всем спасибо зрителям. Сегодня премьера, вы пришли, и ваши впечатления — это самое-самое важное для нас. Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал наш проект. Первое — это Министерство культуры Самарской области, Департамент культуры мэрии города Тольятти. Надежда Валентиновна, пожалуйста, я хочу вас поблагодарить. Выйдите, пожалуйста. Спасибо большое. Директор, уважаемый. Давайте объявим. Директор театра «Дилижанс» Ирина Алексеевна Миронова. Она лично поверила в эту идею. Она сказала, этот проект будет на нашей площадке. Сложная тема. Ширяев, Александр Ширяевец. Это 100-летнее произведение. 100 лет назад было написано. Как это будет читаться? Как это будет смотреться? Посмотрите, какие блестящие актерские работы. Какой сценарий. Какая музыка. Великолепно. Ирина Алексеевна, от души я вас благодарю. Спасибо большое. Хочу поблагодарить нашего благотворителя, который постоянно, уже 5-й проект поддерживает.